Дмитрий Медведев сегодня в Душанбе встретился с президентом Эмомали Рахмоном. Официальный визит в Таджикистан Медведев начал с возложения цветов к памятнику Исмаилу Самани, первому правителю государства. А завтра глава российского правительства примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ. Для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером в дальнейшем развитии всего спектра таджикско-российских отношений, является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Таджикистан в отношениях с Россией и далее будет придерживаться курса на углубление многопланового взаимодействия на основе учета интересов друг друга. Хотел передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот, действительно, это мой первый визит заграничный, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. И это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране.